Здравствуйте, алло. Да, слушаю вас. Это Юля, я звоню сообщить информацию для вас от банка-партнера. Я меньше минуты отниму, хорошо? Ой, Юля, ну давайте, что ж. Хорошо, что дозвонились до меня, надо вас послушать вот, обязательно. Я звоню из контактного центра от нашего партнера Альфа-банка. Скажите, а у вас есть карта «Год без процентов» от Альфа-банка? Нету, вот жду звонка, когда вот кто-то предложит. Юля, я вас слушаю, предлагайте. Ну, просто если она у вас уже есть, я бы предложила увеличить ее возможности. Давайте увеличим, хочу увеличить. У вас карта «Год без процентов» от Альфа-банка? Юля, хочу увеличить, помогите мне. Плохо слышно. Ну вот насчет карты. Не, я вас хорошо, Юля, слышу, хорошо карта, слышу. Процентов. Покупаете, что хотели с ней, и возвращаете за год, и не переплачивая ни копейки. И сейчас нереально крутая акция. При заказе карты до 31 декабря обслуживание навсегда будет бесплатным для вас. Юля, я счастлив. Мне больше идея понравилась насчет увеличить. Давайте увеличим. Вы меня предложили увеличить, давайте увеличим. Альфа-банка. С ней вы можете купить то, да бросьте в это текст, давайте про другое поговорим. Юль, подожди, остановись. Юля, остановись. Да, бесплатное годовое обслуживание. Юль, давай поговорим уже по-нормальному. Ну, давай уже увеличим это дело. Карта целый год без процентов очень выгодная. Допустим, вы совершили покупку на... Ну, неинтересный разговор дальше, Юль. Совершенно первые 30 дней. А еще... Ну, карта, это же резерв на экстренные ситуации. Платить проценты нужно только если не вернете потраченную сумму в срок. А сейчас карта улучшена, льготный период увеличен, даже наличные можно снимать. Бесплатное обслуживание, ну ничего же не теряете. Пробуем заказать? Давайте, я же говорю, давайте. Я за двумя руками. И не только. Секунду, подождите. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Меня зовут Валентина, я буду помогать им отправлять заявку на кредитную карту «Год без процентов». Скажите, у вас есть текущие просрочки по кредитам? Ой, Валентина, вы как-то глухо говорите, как-то микрофон можете поближе поднести? У вас есть текущие просрочки по кредитам? Вообще нет ни одного кредита. Вот хочу взять и не знаю, блин, кто первый предложит. И как можно больше, просрочки? И без процентов. Хорошо, вы работаете официально? Я самозанятый. Замечательно. За последние 30 дней подавали заявку на кредитную карту? Год без процентов? Нет, сам не подаю, только жду предложения. Фамилия, имя, отчество, назовите, пожалуйста. Иванов Иван Иванович. Иванов Иван Иванович. Да. Номер телефона, который заканчивается на цифре 6661, постоянно ваш номер телефона? Да, мой, реально мой. Указываю его как контакт, но сейчас пару секунд, они подгружаются. Угу. Возможно, по техническим причинам банк пока не готов отдать вам карту. Всего доброго. Ну вот, началось.